Как же правильно оформить заказ на AliExpress? Многие спрашивают, поэтому я решил записать видео. Для этого переходим в описании под видеороликом, в котором вы заинтересовались тем или иным инструментом, который я упомянул. Нажимаем «Еще», нажимаем на любую из активных ссылок, которую нам надо, и попадаем на страницу заказа товара. Иногда еще будет после перехода по ссылке стоять блокировка. Будет написано «Перейти на сайт» или «Остаться на YouTube». Нажимаем «Перейти на сайт» и опять же попадаем на страницу заказа. Здесь выбираем характеристики товара. Здесь у нас только цвет, бывает еще размер, тип и так далее. Пока мы все не выберем, кнопка «Купить сейчас» не активируется. Тогда, когда мы все выбрали, нажимаем «Купить сейчас». Значит, здесь у нас форма, которую нужно заполнить с точными данными. Адрес, индекс, телефон и так далее. Но сначала нужно зарегистрироваться на AliExpress. Вот. Вы можете войти сейчас. Нажимаем. Здесь регистрируемся. Пишем наш e-mail, почту, если она у нас есть. Если нету, то сделать это очень просто. Переходим в браузерную строку. Пишем почта. Просто слово почта. Mail.ru выбираем, например. Ну, не например, а я рекомендую, намного проще с мейлом. Регистрация. У кого почта есть, можете этот момент пропустить. Просто я знаю, что у многих нету. Здесь пишем свои достоверные данные. Ну, например, я свои уже писать не буду. Например, Михаил Федоров, день там, 4 месяц, апрель, год там, например, 99, да, мужской. Пишем желаемый почтовый адрес. Например, только английскими буквами можно писать. Английскими буквами. Михаил. Смотрим, что он нам предложит. С таким ящиком уже существует. Да, вот он нам предлагает Михаил, Михаил Федоров. Ну, выбираем, пойдет. Здесь пишем пароль наш. Пароль выбираем. И не короче, 8 букв или цифр. Пишем какой-нибудь оригинальный пароль. Вот написано не короче 8 букв, не используют личные данные, популярные пароли. Ну, что-нибудь интересное придумываем, например, RG25RG35. Пароль повторяем, RG25RG35. Так, все, пишем номер телефона, на него придет смс о подтверждении регистрации. Все, зарегистрироваться. Все, теперь у нас есть электронная почта. Выделяем электронный адрес и вставляем сюда форму. Также сразу все это сохраняем у себя на компьютере, чтобы не забыть. Сохраняем пароль. RG25, да? Все, это у нас почта. Потом будем еще писать логин, пароль AliExpress, можно сразу здесь добавить логин, пароль, потом сделаем так. Все, значит, переходим сюда, да, форму нашу, ну, то бишь вот сюда, AliExpress, найти, все, это email уже существует. Имя. Пишем английскими буквами. Михаил Федоров. Так. Кстати, если не знаете, как писать транслитом, то есть английскими буквами, ваше имя, фамилия, можете воспользоваться также поиском. Например, какое-нибудь сложное имя, да, у нас там, мы не знаем, как его писать, пишем, как думаем, например, Сергей, там, с
Сергей, да, например, вот так ошибку специально делаю. Там, я не знаю. Бомбер. Там, я не знаю. Чув, да? Вот две ошибки я в этом допустил специально. Нажимаем найти. И он нам находит. Вот правильно, как будет писаться. Сергей Бондарчук. По-английски. Сергей Федорович Бондарчук. Вот с этого и берем. Вставляем, да? Понятно, да? Если не знаем, как писать транслитом. Google поиск, Яндекс поиск, в помощь. Так, здесь. Это мы уже регистрируемся на AliExpress. Пишем пароль для AliExpress. Какой-нибудь сложный выбираем. Можно сначала, я вот рекомендую. Логин у нас, значит, будет. Логин у нас будет e-mail. Также. Логин у нас будет e-mail, а пароль. Вот я сначала рекомендую написать в блокноте пароль. Вот. Любой вообще пишем. Сложный. Чтобы не сломали, да? Все, отсюда уже копируем. Копируем. Вставляем сюда. Ставить. Ну, подтверждение пароля. Все. Видите указанный код. Здесь видно достаточно хорошо. Поэтому пишем. Если не видно, можно нажать обновить, он поменяет букву. Все, создать мою учетную запись. Пришло письмо на почту. Добро пожаловать на AliExpress. Все, удачно зарегистрировали, значит. Все сделали правильно. Здесь еще что-то грузит. Вот, все загрузился, да? Теперь он нас перебрасывает на адрес доставки. Заполнять нужно ее максимально достоверно, потому что интернет-магазин будет отправлять нам по этим данным по ссылке. Получатель. Вот пишем. Как у нас Михаил? Михаил, да? Телефон достоверный, обязательно. На него будут приходить пароли, коды, адрес, например, дом, квартира, 35, например, 7, да? Российская Федерация, город, ну, пускай Москва, город. Давайте попроще, например, Амурская область, Алгач, да? Почтовый индекс выбираем. Почтовый индекс пишем. Желательно, конечно, района, где вы будете вашего получать по месту вашего проживания. Посмотреть можно в интернете. Либо почтовое отделение центральное, городское вашего города или населенного пункта. Посмотреть индекс вообще можно на конверте. Наверняка приходили какие-то письма. Например, 650, да, 590. Сделать адресом по умолчанию. Подтвердить. Все, далее выбираем способ оплаты. Яндекс.Деньги, Юкмани, ну все выбирают в основном. Виза, карта, здесь пишем номер карты, имя, фамилию, срок действия, ЦВК, ничего не боимся, все это как бы никуда не деется. Мошенникам не достается. Я заказывал на AliExpress уже несколько лет. Проблем ни разу не было. После этого подтвердить, если все правильно сделали. Проверяем еще раз. Что да, действительно маска. Ага. Здесь можно добавить еще. Сумма сейчас увеличится. Так. И все. Оформить заказ. У меня экран не широкоформатный, поэтому тут не видно. У вас должно быть оформить заказ, нажимаем. Выберите, надо выбрать. Все, вот промокод. Все, здесь оформить заказ, нажимаем. Здесь нажимаем оформить заказ.
платим 2000, все деньги списываются сразу, а посылку вы получаете позже. После прихода товара заходим на AliExpress, заходим в мои заказы. Ищем товар, который нам пришел. Вот тут много чего заказывал. Например, у меня еще не пришло. Вот. Ну, например, пришла у нас камера. Вот я камеру заказывал. Нажимаем подтвердить получение товара. Там пишем отзыв. Там, в принципе, все понятно. На этом все. Заказывайте товары с AliExpress смело. В принципе, товар добротный вполне. Тем более то, что я рекомендую, я сам это все проверяю, только после этого делаю обзор. Успехов!